Я вас категорически приветствую на земле Казахстана. Салам алейкум. Как поняли из названия, речь сегодня пойдет опять о коробочках. Много в Ютубе, да и в интернете показано систем хранения, хранения метизов, ну и всякой мелочевки, необходимой в мастерской, в гаражах. Сегодня хочу показать свою версию. Для тех, кому проще купить, рекомендую не смотреть этот ролик, потому как будет показано ручное изготовление. Поэтому тем, кому легче купить, проходим мимо. Ну а тем, кому интересно, поехали. Ну и материалом для нашей системы хранения послужит вот такой вот ненужный бросовый материал. То есть материалом может послужить пруфлист, подоконники, отливы, вот такие какие-то железяки. Не нужно всего. Сегодня попробуем сделать коробочки для хранения метизов и всякой мелочевки. В первую очередь нам нужно определиться с габаритами коробок. Многие люди показывают, что делают специальные стеллажи для системы хранения, да? Ну, я буду делать коробки уже под старый ненужный шкаф. То есть у меня шкаф. Дальше в видео я покажу. И вот под его размеры я буду делать коробочки. Вот такие вот размеры коробки мне нужны. Ну, у каждого могут быть индивидуальные свои размеры. Так как размеры у всех свои будут, поэтому на конкретных размерах не буду заострять внимание. Все применяемые фальцы были ранее показаны. Ссылки будут в описании под роликом и во всплывающих подсказках. Thank you.
Ну, вот такие четыре детальки. Это у нас будет сам корпус. Сейчас отбиваем фальцы и собираем коробочку. Если вдруг кого-то заинтересует, все нюансы, все тонкости есть в ролике. Три серии есть видео про изготовление коробки. Там все в подробностях, все в нюансах. Показано, рассказано, как уголочки, для чего вырезаются. Поэтому проходите по ссылке. Ссылка в описании. Либо всплывающая в углу в правом верхнем. Кому интересно, проходим, смотрим. Ну и теперь, как это можно быстрее и качественнее сделать. Вот части готовы. Теперь собираем. Теперь делаем донышко. Thank you.
две заготовки. Здесь 20 на 6. И здесь 20 на 6. На этой также. Сейчас одинарным лежачим фальцем сшиваем. Получается вот такое вот полотно. Вот такое донышко, это будет дно коробки. То есть здесь ровно, заподлицо, никакой подсечки, изнутри подсечка. Так, примеряем. Гнем, клепаем. При отбивании фальца, ну вот на деталях вот такого вот формата, да, где с четырех сторон нужно отбить крючок, фальц, нужно соблюдать поочередность, то есть не друг против друга, а по кругу нужно загибать, ну если вручную. Вот здесь двадцатку вырезали, ну, 6 на 20 уголки я показывал. Здесь вот два металла, сейчас оно сложится и еще раз сложится. Будет много металлов, поэтому нужно уголочки вырезать. И теперь сваливаем фальц. Угловой фальц. Это тоже угловой фальц.
или одинарный стоячий еще. Углы не колючие, не цеплячие. Здесь донышко ровно, изнутри подсечка. Поехали крышку делать. Материалом для крышки послужит вот этот вот бывший откос на окно. Ну, как распрямлять его, я думаю, показывать не надо. Распрямить, подвыровнять, и будет материал. Крышку делаем уже по размерам коробки. Замеряем. Немножечко припуска делаем. Там буквально 2 мм плюсом к размерам, чтобы крышка у нас нормально одевалась. Поехали. Кстати, крышка — это тоже один из видов коробок, которые я показывал. Поэтому советую, рекомендую посмотреть ролики про изготовление коробок. В трех частях.
Вот такая вот коробушечка с крышечкой. Плотненько закрывается. Не сильно туго открывается. Теперь нужно сделать ручки. Да, и сюда, чтобы удобно было ящик пройти. Проволока четверка. Thank you.
Ну, вот такая вот коробочка получилась. Контейнер, да, так скажем, с крышкой. Как бы на этом можно и закончить, да? Складывать сюда всякую мелочевку, какую нужно. Подписал. Здесь или здесь. И все. Но вот у меня еще контейнер есть. Контейнер поделен на такие секции. Секции, вот эти коробочки, сделаны по такому же принципу. Тоже на угловые фальцы. И теперь, ну, конкретно вот это вот, допустим, скажем так, органайзер, да, это для болтов М8. То есть всякие разные калибры, всякие разные размеры вот по этим коробочкам распределяться, и будет каждый размер каждого вида в своем, в своей секции, в своем боксе. Ну вот на примере болтов М6. Вот этот уже у меня занятый. Болтики рассортировал кучу-кучу. И вот так вот. Вот так вот. Еще есть место. Со временем будут добавляться, заниматься все ячейки. Также со всеми остальными коробочками. Ну и вот так это выглядит в конечном результате. Вот это, конечно, творческий беспорядок, со временем разберется. Все рассортируется по своим ячейкам, секциям. Вот старый шифонер для сервант, да. Ну, выкинуть хотели, я забрал в гараж. Теперь здесь у меня будет вот такое место для хранения. Ну вот, как-то так. Ну вот такой вот сегодня ролик получился. Надеюсь, кому-то будет полезным. Если возникают вопросы, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Не забывайте поздороваться. Если забыли поздороваться, то ваш комментарий с вопросом уйдет мимо. Ну и тем, кто досмотрел этот ролик до конца, от себя желаю успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Счастливо!